Если путь Ахмада Хаджи Кадырова, да, Алгазовот Кабулдотин, исходит из основ Кур'ана и Сунны, почему мы не имеем права говорить Ахмад Сила? Мы обязаны говорить Ахмад Сила, потому что основы пути Ахмада Хаджи Кадырова – это основы Кур'ана и Сунны. А разве основы Кур'ана и Сунны – это не сила? Это самая мощная сила. Ахмад! Сила! Ахмад! Сила! Ахмад! Сила! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!